федеральное руководство отправило в Чечню по железной дороге состав с пшеницей. Но когда он дошел до Моздока, возобновились боевые действия, и, видимо, в назидание чеченцам этот состав остановили, и нам сказали, вы можете его выгрузить из себя, потому что везти его обратно дорого, а в чеченцам мы ее не хотим больше отдавать. И мы собрались, хотя действительно проблема у нас тоже была с хлебом, но мы однозначно приняли решение. Этот хлеб должен дойти до тех, кому он был предназначен. Вопреки этому принятому тогда решению, вопреки документам, которые пошли по железной дороге, этот хлеб был перегружен на другой автомобильный транспорт и вывезен в Чечню, потому что люди, соседи не должны наказывать друг друга хлебом.